Привет, у нас на повестке дня каталог Фаберлик. До 9 февраля он действует, можно кое-что успеть заказать. Но, в принципе, я не буду много говорить, покажу основное. Новиночки и так, мелочи. Валькирия Викинг, милые ароматы Фаберлик. Шампунь, гель для душа. Ланселот, тут всякие мужские штучки. На 14 февраля. Кстати, шоколад. Шоколадные комплименты. Вот так вот уже начал Фаберлик делать шоколад. Можно ради интереса заказать и попробовать. Мерцающая пудра с пуховкой. С пуховкой. 800 рублей почти. Ну что же, неплохо. Хочу такой гель для душа. С золотыми частичками. Для интимной гигиены освежитель полости рта, кстати. Гель-смузи. Запахи, я помню, мне нравились. Зубная паста. Валькирия. Приятная. Сладковатая. Викинг. Тоже весьма приятный аромат. Мистер инкогнито. Миссис инкогнито. И просто инкогнито. Таких у них, кажется, не было. Юдашкин. Вот эти тоже милые, кстати, парфюмы. Феличи. Рената. Классная. Минус 50%. Променад. Кстати, хочу попробовать один из этих парфюмов. Моноароматы, как обычно. Glam Team. Мейкап. Андрея Пеши. Такие хвалили, кстати, блески. Губная Редота, мне кажется, тоже хвалила. Вот. Такую еще хочу тушь. Glam Team. Такие вот. Матовая и сатиновая. Сатиновая, кажется, классная. У меня была одна такая. Lolly Lips. Увлажняющие помадки. Брови. Кстати, тональные Фаберлик мне не подошли. Корректоры. Лаки у них милые вроде бы. Кисточки я не пробовала, не знаю. Но цена у них нормальная. У Эван и Фаберлик дороже.
Это классный цвет помады. Double style. Сыворотки для любой кожи. Сияние, антистресс, защита от морщин. Аквалифтинг вот этот хочу попробовать. Вот это классная вещь, между прочим. Не прям увеличивает, но увлажняет неплохо. И привкус приятный. 30+. То есть можно, наверное, и мне. Активная вода для лица. Можно попробовать будет, кстати. Лантайн. Weekend. Биомика. Мицеллярка. Это что-то новенькое у них. Этот мне-то, наверное, не понравился вообще. Это 35+. Гардерика. Ну, это у них постоянная. Вот это, кстати, не помню, была или нет. Это для более взрослых женщин. Эксперт. Сыворотка. Кстати, не пробовала ничего из этого, но выглядит как, прямо как люкс. Лена летучая, эластичность. Эксперт коллаген. Энзима, пептиды. Кстати, и цена у кремов довольно-таки нормальная. Скраб. Патчи за 400. Патчи вот эти я хочу приобрести за 300. Вот прям хочу попробовать их. Не знаю даже. Здесь 3 зоны, а здесь вот кажется 8 зон, 500 рублей. Или вот эти возьму, не знаю, даже подумаю. О. ICU. И цены здесь соответствующие для ICU. Чоп-чоп. Здесь уже подешевле. Вербена, ну это у них обычно. Руки, ноги. Гели для душа приятные, кстати. У меня как-то был в старом оформлении, я пользовалась удовольствием. Куплю и в новом. За 129 рублей тем более. Этого классный запах, между прочим, продукта у всех. Тут я кратенько пробегусь, скидки здесь. Прокладки даже есть для зубов. Зубная паста не пробовала. Краски. Что прикольно это?
такие есть, кстати, у меня, но не Faberlic, другие. Классная вещь. Если у вас нет, можете приобрести. Здесь дешевле. На шоу. Детская линейка. Витамины. Сейчас покажу, что я куплю. 3 напитка за 69 рублей каждый. Я люблю банан. Бальзам для губ похудей. Кстати, это тоже классно, но кажется дороже, чем обычно бывает. Ну, тут прочее. Давайте пробежимся просто для дома. Такая вещь для белья. Угу. Для кухни и ванной одежда. Кстати, белье нижнее. Жаль, что у них нет здесь комбинации, которая бы расстегивалась. Между ног было бы идеально. Утепляемся, хотя зимы, по сути, не было, может, где-то в Канаде. Детская, простите, если дернула. Милые юбки, кстати. Цену сейчас надо узнать, если есть. Нет. Только водолазка. Кофточка прикольная. Цвет, да, хороший, только надо вживую смотреть, опять же. Костюмчик неплохой, 1000 рублей. О. Только вот мне не нравится, что под горло, а так, в принципе, платье интересное. На зиму. Интересно. Плюс сайз, но это ну, в принципе, неплохо. С крыльями неплохо смотрится. Я в поиске рюкзака, но он 26 на 36 на 1,5. Классно, мне нравится вот, что он так затягивается. Правда. Или это молния? Молнии затягивается. Ну, в общем, не совсем я не люблю такое. Почти хёгу. Классные, вот эти классные. И сумка прикольная. Ну и в конце здесь вот такая тушь на 2000. Закажешь, получишь эту тушь на 1000 рублей. Ну, не знаю, кому как нравится. Хотите, заказывайте, хотите, нет. Ну, в общем, такой был каталог. Кое-что интересного я здесь увидела. Особенно вот этот гель для душа, еще раз повторю. И плохо, что он не ароматизирован. Уважаемые Faberlic, ароматизируйте. Ну что же, вот на этом я с вами прощаюсь, мои валькирии-викинги. И хочу вам пожелать, чтобы вы оставались такими же красивыми и счастливыми. До новых встреч и пока-пока. Целую.